Во второй день осени мы приглашаем вас в Астрахань на стадион Центральный, где в матче 8-го тура сойдутся саратовский Сокол и астраханский Болгарь. Звучит марш Блантера, а это значит, на газон астраханского стадиона Центральный выходят футболисты Болгаря и саратовского Сокола. Я напомню, главный арбитр встречи Александр Чекалин и Алексей Линкин, его ассистенты, вся бригада из Воронежа, резервный судья Станислав Исаев из Великих Луг. Ворот, который защищает Петр Казаревский, которого вы только что видели на своих экранах. Артем Молодцов, Аснимир Абазов, Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Илья Сериков. Подача Шакуров в центр. Но Пушкарева раз точку не хватило. Вот рикошет. Такой невольный удар, без попытки нанести удар. Хитро прокинул себе на ход. Передача в центр. Ешков, опа, между ног пропускает. Козловский! Прощает Никита Козловский. Волгарь, сумасшедший момент. Упускает Сокол. Подбор за Соколом. Козловский. Мягкий навес. Удар по воротам. 1-0. 1-0. Это Дмитрий Сасин. Молодцов. Мягенькая подача. И никем не прикрытый Сасин в касание вколотил мяч в дальний угол. Бросает штрафную. Косаревский ошибается, но страхует его партнер эффектно через себя. Сушатов. Келезидинов решил исполнить навес. Убиваются саратовцы. Падение. Это пенальти. Андрей Анисимов оказался на газоне, и Олег Соколов без раздумий на точку указал. Просит забивать астраханские болельщики Данила Кленкина. И Данил Кленкин выполняет их просьбу. 1-1. Развел Кленкин по разным углам мяч и Петра Косаревского. Ну и тем самым подпортил голкиперу Сокола статистику. Очередной сухарь. Косаревский не увезет, чтобы совершить рывок вперед. Он его совершает. Косарев. Косарев удар в дальний угол. Косаревский перед собой отбил. Расстрел в штрафную. Ой-ой-ой-ой. Неприятный-то какой был момент. Подача в штрафную. Ну, не сумел перебить. Первый удар по воротам. И 2-1. Ничего себе. Как говорится, угадайте, кто забил. А забил Владлен Бабаев и исполнил свою фирменную птичку, которую исполнял он неоднократно здесь, на центральном стадионе, но будучи игроком Волгаря. И вот он, последний шанс. Кленкин. Подача. Рикошет. И мяч в руках у Петра Косаревского. И звучит финальный свисток. Олег Соколов. Обладатель птичьей фамилии. Команде с птичьим названием приносит победу. 2-1.